Сегодня мы посетим настоящую жемчужину Алматы. Одно из красивейших зданий мегаполиса. Храм невероятной красоты и поистине уникальный. Яркий пример сейсмоустойчивого деревянного зодчества начала 20 века. Храм с богатой историей, который дошел до наших дней не во имя, а вопреки. Меня зовут Егор Серегин, и это программа «Парадный вход». И сегодня свои двери перед нами открывает Свято-Вознесенский кафедральный собор. Завораживающая красота и богатая, наполненная событиями история. Собор был построен инженером Андреем Зинковым по проекту талантливого архитектора Константина Борисоглебского. Деревянное соборное сооружение, не знающее себе равных в Казахстане, было возведено в 1906 году из массивных конструкций, скрепленных гвоздями и металлическими регулируемыми скобами. Аналогов подобному строительству, да еще и в сейсмоактивной местности, на тот момент просто не существовало. А само здание было самым высоким в Алматы. Добрый день. Здравствуйте, Егор. Рад вас приветствовать в нашем храме. Вы сейчас находитесь в кафедральном соборе города Алматы, который носит название Вознесенского кафедрального собора. Это ни много ни мало самый высокий православный деревянный храм в мире. Мы находимся как раз в том месте, над которым находится шпиль колокольни. Его высота 42,5 метра, что является, как я уже сказал, мировым рекордом. Первое, что я бы хотел, наверное, сказать, это то, что храм, любой православный храм, делится на три части. То есть эта идея была взята из Ветхого Завета, там, когда сам Бог повелел народу Израиля создать храм и поделил его на три части, рассказал, как его создать, сделать. И вот эта первая часть, входная группа, как мы сказали бы по-светски, да, она называется притвор. Это место, где в основном совершаются богослужения поминальные за упокойные, то есть о тех людях, которые перешли из этого мира в мир вечный. И вот, допустим, в нашем случае, в нашем соборе, здесь находится источник святой воды, где любой желающий может прийти, набрать ее и употреблять ее утром натощак, как это делают православные христиане, или те, кто верят в силу освящения святой воды. У собора не только очень богатая история, но и очень интересное и богатое убранство. И нам, конечно, хотелось бы, чтобы вы нам об этом поподробнее рассказали. Хорошо, с удовольствием давайте это сделаем. Вот сейчас мы проходим часть, где находится это помещение охраны, а вот здесь находится за этой дверью место, где крестят людей. То есть так называемая крестильная комната. Зачастую людей крестят в таких так называемых баптистериях. Это такой бассейн, где человека погружают с головой. Но изначально проектом собора не было предусмотрено такой баптистерий. И у нас есть такая чаша, где большой. Не для омовения, для крещения. То есть это немножко другое. Мы сейчас в средней части храма, где молятся люди, то есть приходящие, верующие, верные христиане, которые обращены всегда лицом на восток. Любой православный храм, он обращен лицом именно на восток. В этом есть определенный символизм, который говорит нам о том, что пришествие Христова, оно будет с востока, как восход солнца, то есть настолько яркое, что его никто не сможет пропустить. Еще один важный момент, я уже сказал, что этот храм является деревянным, и все несущие конструкции, несмотря на то, что, допустим, мы видим какой-то такой образ гранита или камня, это все является украшением, декором, но сами конструкции внутри этих колонн – это дерево, это тиньшанская ель, которая растет на склонах Заилийского Алатау. При строительстве Свято-Вознесенского кафедрального собора применили большое количество инновационных на тот момент и прогрессивных технологий. Во-первых, это массивный деревянный каркас. Тяньшанская ель как нельзя лучше подошла как материал для строительства. Благодаря своей прочности и одновременно упругости, в связке с металлическими скобами и гвоздями, конструкция могла амортизировать, что было необходимым пунктом для строительства собора в сейсмической зоне.
Несмотря на такое обильное использование металла в конструкциях, до сих пор ходит народная молва о том, что собор построен без единого гвоздя. По просьбе Зенкова опалубка была сделана не из кирпича, а армированного бетона. Вплоть до последней реставрации напольное покрытие собора состояло из смеси бетона и алюминиевой крошки, что давало красивый и благородный отблеск. Даже сокрушительное землетрясение 1911 года, при котором пострадало большое количество жилых зданий, оказалось невластно над деревянной церковью высотой 56 метров. Кстати, один из крестов, который венчает купол храма, стоит немножко криво. Это единственное напоминание о прошедшем землетрясении. Во время реставрации как раз-таки 2017 года, это вторая полномасштабная реставрация нашего храма, были вскрыты вот здесь вот полы, я сам их лично видел, вот можно будет даже, может, фотографии найти. Вот здесь между колоннами лежат такие большие еще они, вот такие толстые брусы этой тяньшанской ели, которые создают подвижность конструкции, и из-за чего собор, несмотря на свои габариты и масштабы, устоял в двух разрушительных землетрясениях в городе Верном. Вот эта вот люстра, как мы бы ее назвали в обыденной жизни, а в церковном обиходе она называется паникадила, вот как кадила, только паникадила. Вот. А она является таким натуральным маятником, который создает вот это сглаживание колебаний, когда были вот эти колебания, то есть здесь было не это паникадило, конечно, но другое, но подобное ему. И вот когда здание начинало качаться, Оно уравновешивало купол. Колебания, да, оно уравновешивало ту верхнюю часть, которая, соответственно, раскачивалась сильнее всего. То есть, потому что колеблется почва, и, соответственно, все, что наверху, колеблется еще сильнее. Вот вы упомянули о реставрации здания. Да. Последнее из них было в 2017 году, да. Как я правильно понимаю. От изначального облика, нынешний облик после реставрации, насколько сильно он отличается? Реставрация делалась максимально приближенная к тому, что можно было найти в архивах. То есть все, что могли сделать, сделали максимально приближенное к изначальным чертежам, эскизам, образом. Конечно, то есть храм, надо сказать, что храм никогда не был полностью расписан. Это первая полная роспись храма. То есть все... То есть именно в 2017-м получился тот облик, который мы видим сейчас? Да, потому что просто перед революцией, то есть он был построен в 1906 году, освящен, и до 1917 года не успели расписать его. То есть там буквально 11 лет прошло. То есть тогда и технологии, там, и передвижение, как бы команды, все это было... недостаточно. Здесь не было своей школы, которая могла бы это, наверное, сделать. Это мои предположения, может быть, она и была, но, в общем, это не было сделано. И поэтому полная роспись храма была сделана только сейчас. То есть в 95-м году, когда храм был отдан, вот на этой стене, на западной стене, была роспись. Она была очень натуралистичная, потому что в 95-м году вот точно не было никого, кто мог бы расписать. Это были просто художники, которые пытались имитировать иконы. Очень натуралистичная была роспись. И роспись, которую сделали в 2000-х, она была вот в этой части храма. Там была икона Успения Пресвятой Богородицы на стене. Вот. Но сейчас всего этого уже, конечно, нет, но это можно посмотреть там, на фотографиях, которые были сделаны до того. Вот. Ну а сейчас мы видим уже, новый концепт. То есть это образы, которые создавались на грани между традицией и между таким модерном в живописи. Да? То есть это вот вроде бы вот такая... каноничная икона, да, то есть к которой мы привыкли, скажем так, и в то же время образы, да, то есть вот они вроде бы и похожи, но в то же время и разные. То есть, допустим, черты лица Иисуса Христа, да, вот мы видим его на стене и здесь, и они похожи, но все равно мы чувствуем, что это более ближе к нам, как-то она более художественней. Хотя икона не подразумевает, большой художественности, у нее определенный канон есть. В 1976 году была проведена первая реставрация.
Здание облагородили, подлатали, и так оно просуществовало до 2017 года, когда началась масштабная реконструкция собора, которая продлилась до середины 2019 года. Строители долгое время изучали архивные документы и создавали тандем истории в деталях и современного обновления. Утерянный иконостас воссоздали заново. Часть самобытной росписи стен родом из начала прошлого века оставили и обновили новыми росписями. Деревянные колонны украсили конструкциями из декоративного мрамора и камня. Разноцветные витражи добавили собору света и теплоты. За более чем 100 лет существования храма многое было утеряно или демонтировано, но то, что удалось сохранить, отреставрировали с особым трепетом. То, что мы сейчас видим, это плитка Вильрой-Бош, аутентичная, 1906 году. Она была изъята из того пола, в котором она была, в том цементном поле, полу, в общем, вы поняли меня, в том покрытии, которое было внизу, под нашими ногами, и вмонтирована в тот сюжет из новой плитки, который мы видим сейчас. Скажем так, здесь все по канону. Здесь, как это было тогда? Здесь как было. Не то чтобы это канон, в этом как бы канона о полах нету, да. Вот. Но как было и максимально приближенно и гармонично соединено с новыми формами. Я так понимаю, это как раз таки один из элементов, который отреставрировали, который остался еще со времен постройки. Отчасти да, отчасти нет. То есть на месте вот этих вот печных изразцов, которые мы видим, были реальные печи. То есть здесь были дымоходы такие огромные, и это была отопительная система. То есть, но в силу того, что с течением времени они стали, как именно отопительная система, уже не нужны, потому что уже есть иные способы, иная система уже установлена. Вот, а печи все же оставались. Они были, неблаговидные. Вот. И их постоянно пришлось подкрашивать, как-то вот это железо, оно там начинало портиться. Ну и было принято решение эти изразцы демонтировать, но в силу того, чтобы это не был просто угол, решили сделать вот такое красивое художественное оформление. И вот создали на заказ, была сделана вот такая плитка, которая была вот расписана художниками. И вот два таких красивых сюжета церковных, какие-то деревеньки такие, церкви, они были вот созданы для этих вот мест специально. Это как дань прошлому, скажем. Ну да, это воспоминание такое вот тех прихожане, которые ходят там, в храм уже там хотя бы 5-6-7 лет. У каждой православной церкви есть своя почитаемая святыня. Для Свято-Вознесенского кафедрального собора ими являются икона Николая Чудотворца и икона Пресвятой Богородицы. В православном мире эти два образа являются самыми известными и почитаемыми святыми. Тысячи человек приходят в собор, чтобы поклониться этим иконам и попросить здоровья и благополучия для себя, для своих родных и близких. Подтертые от частого касания рук деревянные рамы вокруг икон наглядно демонстрируют. Время и вера существуют вместе. Этот образ, он известен тем, что подлинник, с которого была сделана точная копия, которую мы сейчас видим, он находится в Костромском Ипатьевском монастыре. Это список точный, который привез наш нынешний архиерей, митрополит Александр. После экскурсии по центральному залу собора поднимаемся на колокольню. Испокон веков в православной традиции раскатные звуки колокола призывали прихожан на службу. А теперь идем по крутой лестнице наверх и получаем уникальную возможность увидеть массивные деревянные доски, которым, только задумайтесь, 114 лет. Ну вот мы приближаемся уже к колокольне, к последнему рубежу, такому почти вертикальному. Вот, а здесь, кстати говоря, мы можем видеть те самые деревянные конструкции, которые являются основой, опорой и каркасом. Да, вот. И сразу можно, вот здесь у меня есть такая шутка любимая, есть такой миф, что собор был создан без единого гвоздя, но вот это несколько вот
как это, как опровержений этого, да, вот несколько гвоздей, как минимум. Ну, это шутка, конечно, на самом деле. Вот, но, конечно... Я так понимаю, вот эти металлические конструкции, они же тоже из вот. Того же самого времени. Да, конечно, конечно, безусловно. То есть вот это скрепление, оно является центральным. Да, безусловно, все деревянные основные конструкции, структуры, они скреплены не гвоздями, безусловно. Но там есть вот такие скобы и стягивающие устройства. Вот. А гвозди, они, ну вот, присутствуют, безусловно, в соборе. И это, конечно, миф, то, что без единого гвоздя заменялась часть колонны. То есть, ну, условно, прогнила нижняя часть, которая, ну, вот здесь вот находится, условно, в колонне вот в этой части находится. И для этого 2 месяца подготавливалась операция, гидравлическими устройствами поднималась колонна. И, чтобы подставить новый чтобы элемент, выпилить и поставить и выставить новый. Новый, да. Да, то есть, ну, и, ну, нужно понимать, что все это находилось уже вот 100 с лишним лет там. То есть ничего не делалось до того момента, пока это вот не началась реставрация. Вот мы и на колокольне, вот этот... колокол, я люблю шутить на тему него, вот, если вы не знаете, как выглядит, как должно выглядеть выражение 100 пудов, то вот посмотрите, пожалуйста, сюда, этот колокол весит 100 пудов. Традиционно на каждом колоколе обязательно написано, когда, где и по какому случаю он был отлит. Этот изготовлен в 2000 году в честь первого мученика епископа Вернинского и Семиреченского Пимена, убитого в роще Баумана в городе Верном в 1918 году, как известно, ныне Алматы. Это время хранит много загадок, до сих пор не разгаданных историками. Считается, что это самый темный период существования Свято-Вознесенского кафедрального собора. В советское время не пощадило собор, как и другие церковные сооружения. В 1927 году здесь были запрещены богослужения. В 1929 году здесь открылся музей. Хотели еще демонтировать кресты, но после трагических обстоятельств от этой идеи решили отказаться. А вот колокола, их все-таки демонтировали. А самый главный из них, 250-пудовый колокол, так и не был найден. Главный проектировщик и строитель этого собора Зенков был жив. И когда пришла советская власть, он как бы попросил о том, чтобы собор не разрушали, чтобы он остался. Потому что огромных трудов и очень много инженерных мыслей, абсолютно новаторских, было здесь применено, ну, как бы он применил здесь. Надо отметить, что здесь, где мы стоим сейчас, чуть выше, была первая радиостанция. В Верном, то есть когда начали уже вот эту радиосвязь здесь устанавливать, то самым высоким зданием оказалось это в городе. И, соответственно, вести трансляцию радиосигнала было удобнее всего именно отсюда. Вот это была первая радио, такая вот трансляционная вышка в нашем городе. То есть вот эта колокольня. Потому что выше зданий, ну, просто не было пока еще тогда. Экскурсия по собору близится к концу, и мы вместе с диаконом Евгением решили пройтись вокруг храма, чтобы насладиться видами этого памятника архитектуры. Его облик, как и конструкция, был создан однажды и простоял до этих самых пор. Яркий пример русского модернизма начала прошлого века, который так и не смог получить развитие с приходом гражданской войны. Богатые образы, цветастые купола, теплая цветовая гамма, расположенная в таком живописном месте среди высоких и статных елей. Ежегодно Свято-Вознесенский кафедральный собор привлекает своей необычной эстетикой и красотой многочисленных туристов, а также жителей южного мегаполиса. Посмотреть на главный деревянный памятник архитектуры приезжают из разных уголков мира, а парк рядом с собором считается одним из самых посещаемых в городе. Уют и умиротворение здесь ощущается душой и сердцем. Здесь легкость, яркость, такая вот броскость интересная, она, ну вот, конечно, удивляет глаз и радует его. То есть и Алмата город очень солнечный, то есть и вот эта яркость на фоне вместе с этим солнцем, она, конечно, у человека в сердце резонирует и радует. То есть, ну, редкого человека можно встретить здесь, который и не идет смартфоном и не фотографирует его. Свято-Вознесенский кафедральный собор входит в десятку уникальных деревянных зданий мира.
Здесь и по сей день проходят ежедневные проповеди. Несмотря на все испытания, выпавшие на его долю, по воле природы или человека, Свято-Вознесенский собор продолжает стоять во всем своем великолепии, символизируя несгибаемую силу духа и веры. Ну а с вами был Егор Серегин и программа «Парадный вход». Оставайтесь с нами, чтобы увидеть снаружи и изнутри лучшие архитектурные шедевры нашей страны.